Приветствую зрителей канала Russian Let's Play. Ну что ж, пришло время еще немного поиграть нам за Бизаром, потому что были варианты, людям понравился формат видео. И значит так, сегодня я поиграю за Бизара против нескольких противников. В первую очередь я возьму противников, за которых проголосовали на Патреоне зрителя. И потом еще несколько интересных возьму из комментариев на Ютубе. Вот, будут довольно интересные, я думаю, персонажи. Итак, первое, значит, что нас просили, это попробовать поиграть Бизара против болотной твари. И да, я сейчас сегодня обязательно сделаю X-Ray, потому что мы так и не сделали его в прошлом видео. Супермув сделаю обязательно сейчас болотной твари. Я, кстати, поменял супермув стартер у этого Бизара. У нас два вида Бизара. У этого сейчас один будет X-Ray стартер, а у другого будет тот же самый, что у Супермена, ну то есть обычный. И, кстати, ребят, спасибо, что писали в комментариях. Многие откликнулись, то, что вот что связано с диалогами. Все, что говорит Бизара, нужно воспринимать полностью наоборот, да. То есть, если он говорит «я тебя люблю», значит «я тебя ненавижу». И прочее, прочее, короче. Если он говорит «Бизара лузер», значит «Бизара победитель», типа того. Так, вот сейчас, давайте, смотрите. Воу, сверху. Ну, по сути, все то же самое, что у Супермена, как бы. То есть тут вот, также можно и у Супермена заменить на начало. Вот, супермув стартер, то есть то, что он сверху нападает. Это у Супермена тоже можно сделать. Это занимает две ячейки, ребят. Две ячейки это занимает. Итак, продолжаем. Выбираем нового персонажа. Выбираем нового персонажа. Итак, кстати, у кого будет вопрос, что это не мой аккаунт, это мой второй аккаунт, если что, я с него не стримлю. Вот. Ну вот пришлось Бизара выбить с него. Итак, давайте выберем Бизара во второй расцветке. Bizarro. Так, и следующий, кого у нас просили взять, это Пугало. Это просили зрители на Патреоне. Fighters approaching the Joker's playground. Так, ну что, посмотрим, что сейчас Пугало скажет ему. I'd love to scan your brain. Bizarro brain, worst ever. I'm not so sure. Он говорит, мозг Бизара самый худший, да? Но на самом деле имеет в виду, что лучший. В общем, вы поняли. Мы копим на рентген опять-таки, да? Поэтому я сейчас пока метра не использую, так просто чисто тыкаю. Вот, накопили. Пожалуйста. Чтобы вы точно обе вариации увидели, все поняли, прочувствовали. А дальше просто бои, ребят. Ну вот, видите, он говорит Бизара ловью, а на самом деле, значит, он ненавидит, короче. Я уж был подумал, что Бизара просто не той ориентации, потому что он мужикам обычно говорит, что он их любит. Но видите, оказывается,
Не, ну если подумать логически, как бы, если он полная противоположность Супермена, то Супермен, он типа натурал, а Бизарро, значит, гей, по идее. Нет, ребят, не может быть такого. Пишите в комментариях, кто знает на самом деле. А то может быть где-то в комиксах, кто и знает. Они же бывают там. И про фонарей такие, такой слушок ходил. Так что, кто его знает. Итак, значит, третий персонаж, кого просили на Патреоне показать зрители, это Атроцитус. То есть не его показать, а против него бой, да, показать просили. Все-таки он злой, такой ярость у него там все. Как они будут между собой общаться? Довольно интересно посмотреть. Так, что-то как-то это. Что-то управление. А, ну да. Вот это я хотел сделать. Ладно, сейчас я уже не буду копить на X-Ray, потому что, ну что, там одно и то же. Я вообще редко ими пользуюсь на самом деле. Интереснее какой-нибудь удар заряжать. Ну блин, сволочь такая. Брейк, это типа я сломаюсь, а на самом деле я не сломаюсь, да, я не подчинюсь. Так, я не то хочу сделать, у меня немножко тут. Вот. На тебе, на тебе. Персонажа. Итак, значит, на YouTube еще в комментариях была интересная тема попробовать Бизарро против кого-то из тоже премьерных скинов. Вот. Bizarro. У меня не так много премьерных скинов, потому что у меня здесь есть только те премьерные скины, которые были в комплекте с игрой, как бы, да, за предзаказ самой полной версии. Соответственно, это у нас Flash и Power Girl и фонарь. Вот. Давайте посмотрим на флеша. А, этот, обратный флеш. Reverse flash. Fighters approaching Fortress of Solitude. Стараюсь арены тоже разные выбирать, чтобы вам тоже интереснее было. Поразнообразнее, так сказать. Ребят, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, если что. If it isn't freak of the week. Bizarro crush you, save Lois. Oh, it's way too late for that. Begin. Bizarro crush you, save Lois. Вроде это получается, что, ну, как бы не похоже на обратную фразу. Ну, не знаю, знатоки напишут в комментариях, что это на самом деле означает. Нам еще противопоставишь обратный флеш, ну все, он даже противостояние не сделает уже, да? Давай, а, да, все, короче, ладно. Итак, select a new fighter. Bizarro.
Итак, значит, давайте теперь попробуем фонаря. Green Lantern. Премьерный скин тоже. Fighters approaching the Batcave. Ну и на сладкое оставим самое интересное, да? Это Power Girl и Бизара против Бизара. Enemy or friend? Me am friendly enemy. I don't like the sound of that. Друг или враг? Я говорю дружеский враг. Мне не нравится, как это звучит. Да, угарно так. Давай. Ух ты. Чё, ты это самое? О. I'm hard to kill. Bizarro rejects this challenge. Мне говорит, сложно убить Бизара, отказываться от этого челленджа, то есть наоборот он его принимает, да, получается? Hard to kill. Все, hard to kill. Ну ладно, мы же его не убили. Мы же преклонили его колени просто. Так, ну и что, нам осталось еще пару боев, ребята. Пару поединков. Давайте опять сменим Бизара цветовую гамму. И давайте в этот раз возьмем Power Girl. Вот такая Power Girl. Давайте сводим ее в киношку. Типа, да, она же типа сестра практически получается. Я фиг знает, вот Power Girl вот это Бизара. Ну, какая связь между ними по-любому должна быть? Supergirl M have new haircut? No, me am Power Girl. Supergirl, not trick Bizarro! Я, говорит, не Supergirl, я Power Girl. Supergirl не обманет Бизара. Со мне не верит, короче. Он не понял, что это другая баба. Так вот, нефиг обманывать Бизара. Вот, кстати, она неплохо, смотрите. Начала нам вставлять здесь дулей. Ну, блин. Резонить. Нет, смотрите. Он и девушке сказал, что он ее любит. Она говорит, я имею каждый день с такими придурками, как ты, да, типа. Дела. На захват попасться. Ну, попадись на X-Ray тогда, а? Раз уж так, раз уж все так любят X-Ray. Ха-ха, успел ударить все равно под конец ногой. Ну что ж, ребят, последний бой на сегодня. Это Бизар против Бизара. Bizarro.
Кстати, по идее, если мы берем двух одинаковых, у них все равно должен цвет отличаться. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Какой-то оттенок должен быть другой в любом случае. Пускай в Кандаке встретятся, сразятся. You, Bizarro, new worst friend. Bizarro need not worst friend. Why am you so polite? Begin. Короче, то есть, по сути, когда ты берешь одинаковых, то у второго тот же самый скин, что который я отдельно, ну, дополнительный у меня, походу, тот же самый цвет, да? То, что у моего второго Бизара. Больше похожий на оригинальный цвет Супермена. Оу, тут какой, а? You cannot lose. It's your turn to feel good. Ты не можешь проиграть, теперь твоя очередь чувствует себя хорошо. То есть, переводить все наоборот, ребята, поймете смысл. Не, это, конечно, прикольная тема. Ну, конечно, чисто такая комедийная, то есть серьезно такого, серьезно в комиксах такого быть не должно. Ну все, Бизар покончил с Бизаром. И на этом данное видео кончается. Спасибо всем, кто поддержал данный наш канал на Патреоне. Данный ролик там вышел раньше, чем на Ютубе. Вот. Спасибо всем, кто ставит лайки, поддержит канал. Ребят, больше хотите таких видео, пишите об этом в комментариях. Проявляйте активность, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. А с вами был Анидзука. До новых встреч!